Салют, друзья! Выражение «сделано в Китае» постепенно сходит на нет. И сегодня несет уже противоположный смысл, чем 15-20 лет назад. Xiaomi Tech – компания, основанная в 2010 году в Пекине. За это время им удалось сделать колоссальный прорыв на рынке смартфонов. Но сегодня не об этом. Когда ко мне приехало вот это, я не сразу понял, что там. Логотип на картонной бумаге дал понять – это Xiaomi. Заглянув внутрь, удивлению не было предела. Наушники с гарнитурой Xiaomi Piston V2. Внутри прикольная коробочка с компактно уложенными наушниками. Кругом все на иероглифах. И только имя производителя и имя дизайнерской компании написаны латиницей. Я не сразу разобрался с моделью наушников. По крайней мере, по-китайски я ничего не понимаю. И уже на сайте FUA визуально идентифицировал Xiaomi Piston V2. Очень привлекательные и многообещающие наушники. Они компактно намотаны на специальную резиновую штуковину. Интересно, но нет запаха резины. Аромат представляет собой что-то среднее между шоколадом и корицей. Как оказалось, это специальная подушечка для транспортировки. В кармане занимает минимум места и не нужны всякие там сумочки-чехольчики. На дне коробки хранятся дополнительные силиконовые насадки разных размеров. Мне, как всегда, подошли те, что стоят на наушниках по умолчанию. Здесь и стальная прищепка для крепления кабеля к одежде. Изначально в продаже был только серебристый вариант. В итоге добавили золотые. К нам на тест приехали как раз Xiaomi Piston V2 Gold. Китайские инженеры и дизайнеры потрудились на славу. Красота спасет мир. Как говорится, это вам не пыль в глаза пускать. И с виду, и на ощупь ясно, что сборки могут позавидовать производители даже с вековой историей. Чашки из алюминия. И по всей окружности структурированный рисунок. В маркетинговом описании Xiaomi что-то говорят об алмазной резке. Звучит круто. Я предположил, что алюминиевые конусные чашки неудобно лягут в ухо и будут давить. На самом деле, легли как литые. Никакого дискомфорта, трения, давления при тестировании у меня не было. Кабель заслуживает отдельного упоминания. При его создании использовалось кевларовое волокно. Кевлар придает шнуру гибкости и стойкости. При этом диаметр остается тонким. К тому же основа кабеля в тканевой оплетке. Лишний раз не будут запутываться, а еще будут жить долго и счастливо. Помимо чашек, джек и пульт управления тоже алюминиевые. Трехкнопочный пульт удобен. С одной стороны кнопки регулировки громкости, а между ними микрофон. С другой многофункциональная клавиша для управления треками и приема сброса входящих звонков. Гарнитура совместима с популярными смартфонами на Android. Вдобавок может похвастаться стабильной работой с любым железом на iOS. На практике оказалось, что Piston V2 фурычит со всеми смартфонами Xiaomi. Это касается регулировки громкости, переключения треков и управления гарнитурой. С другими телефонами пульт и гарнитура не дружат. Вывод. Популярные смартфоны на Android – это только Xiaomi. На производстве скрупулезно подошли к дизайну, материалам и сборке наушников. Но не стоит воспринимать их как очередное имиджевое решение. Никто не забыт, ничто не забыто. Приложить руку к звучанию тоже не забыли. Мембрана изготовлена из сплава бериллия. Лично мне на ум приходит рэпер Берилл из некогда популярной группы Cypress Hill. На самом деле между ними нет ничего общего. Понятно одно, этот сплав дорогой и все круто. Звучат наушники хорошо. Не аудиофильский уровень, но хорошо, не больше, не меньше. По пятибалльной системе они заслуживают 4 с плюсом. Навскидку я и близко не смог угадать их реальную цену. Если бы здесь красовался логотип одного из мировых лидеров персонального аудио, то цена была бы в несколько раз больше. Смело умножайте на 3. Piston V2 будут очень приятным подарком для любого почитателя марки Xiaomi. Пока что я не считаю себя их фанатом, но от такого подарка я бы не отказался. Тем не менее, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. С вами был тот самый магазин FUA. Всем мира!